Ну что вам я могу сказать? В Берлине, в центре. Ну, наверное, так забудешь. Не вдумайся глубоко, посмотришь. Напротив Рейхстаг. А здесь Бранденбургские ворота, которые Геббельса... Геббельса камнем, который заложил. Все равно прошли. Ну, кто я? Простая деревенская девушка. Училась в школе десятилетки. Потом, когда началась война, пошла уже великий путь. Прошла путь через всю Украину. Крым, просто Берлина.